Всем привет! Вы на канале Яна Кипайн. И сегодня Яночка едет с пальмы домой. Мы немножечко снимем часть нашей дороги, да? Пойдем? Это мы под водой едем. Там наверху вот, ну, наверное, метров, сколько метров, 20 воды. Яна, привет! Ты готова? Да? Ну не хочешь? Не хочешь? Ян, запаковывать тебя? Да. Да, точно? С чемоданом сверху или отдельно от чемодана? Сверху? Вот так же, как сидишь? Всем привет! Все не съели, не уже начинаю разбудить. А я? Давай там добуживай чуть-чуть. Как у вас дела? Только про штанишки не забывайте. Дамы и господа, наш самолет готовится к посадке в аэропорту Одессы. Пожалуйста, включите электронные приборы. Убедитесь, что ваша ручная кладь находится на багажной полке или под сиденьем впереди стоящего кресла. И займите свое место. Приведите спинки в первое вертикальное положение, опустите подлокотники, уберите столики, откройте шторки иллюминатора и примите сиденье безопасности. Спасибо. Ян, тебе видно что-то? Тебе видно там полялу, да? Там именно поля и луга, вот именно они.
тебя какое-то серьезное заявление? Что? Бу это что? Булка. Да? Еще булку? Да. Хочешь сладкую или простую? Круассан. Это колеса. Скорее всего. А может нет. Вот сменил режим работы двигателя. Но просто ура. И мы, допустим, не очень хотели, мы бы еще остались.